Преподаватели нового школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» проходят практическое обучение в столице Чукотки. 8 человек из разных районов округа осваивают тонкости тактической медицины, огневой подготовки и пилотирования дронов. Им предстоит стать тьюторами для всех остальных учителей и ввести в практику занятий полученные знания. Берем автомат, вперед выводим, прижимаем к плечу. Прижать сюда, рука на цепи, либо на магазине. Смотрим направление мишени. Обычные учителя взяли в руки автомат. Отрабатывают практические занятия по новому учебному предмету – основы безопасности и защиты Родины. Представители из разных районов округа собрались в Анадыре, чтобы пройти курс повышения квалификации. Это бывшие учителя ОБЖ, которые с 1 сентября ведут уже новый урок, ориентированный на получение навыков начальной военной подготовки. Предмет введен с 1 сентября, и там добавился новый модуль и новые темы, которые мы уже с этого года внедряем в учебную программу. Это и знакомство с беспилотными летательными аппаратами, и с тактической медициной, и также с огневой подготовкой. Сейчас мы это вводим в программу, и в течение года мы эти темы будем проходить. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства Института развития образования на Чукотке организовал для педагогов сначала теоретическое обучение. Ранее под эгидой Государственного университета просвещения слушатели освоили теорию, а сейчас закрепляют ее практическим курсом. Сложность заключалась в том, что для обеспечения этого обучения на Чукотке нужно найти было преподавателя. Состав. То есть специалистов, которые имеют определенную подготовку, опыт работы, например, в таких областях, как основы тактической медицины, основы огневой подготовки, основы тактической и инженерной подготовки. Поиски завершились успешно, и хотела бы особо отметить руководство и сотрудников Главного управления МВД по Чукотскому автономному округу. Именно они откликнулись на нашу просьбу оказать действительно реальное содействие в организации этих практических занятий. Полицейские отрабатывают с учителями навыки сборки, разборки оружия, прицеливания, демонстрируют ролики и презентации. Практический курс пилотирования беспилотных летательных аппаратов помог организовать педагог Чукотского окружного профильного лицея Георгий Косов, который занимается дронами и помощью бойцам СВО. Все полученные знания слушатели после будут передавать другим коллегам и ученикам. На сегодняшний день мы собрали здесь 8 учителей ОБЗР, которые станут тьюторами, то есть специалистами-консультантами для всего остального корпуса учителей ОБЗР на Чукотке. И завершится это обучение на муниципальных площадках. Всего на Чукотке сейчас 38 учителей нового предмета по основам безопасности и защиты Родины. А сам урок проходит для учеников с 8 по 11 классы. Программа рассчитана на 68 часов обучения по одному уроку в неделю. Как только учителя завершат переподготовку, к практическим занятиям приступят и школьники. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов. Вести. Чукотка.